прицелиться в двигатели. Вот так, Николь, есть. Держите курс. Держите курс!
Планы меняются. Капитан, а ваши люди справятся с ликвидацией тонн биооружия? На чем? В России нет биологического оружия. Понятно. А зачем экипажу костюмы химзащиты? У вас на Западе одна песня. Вечно ищете оружие массового уничтожения. Бросаетесь воевать. А правда, нет ничего. Знаете, сколько бумажек пришлось бы заполнять, будь тут у меня это оружие? Очевидно, я ошибся. Да. И, кстати, наше правительство объявит протест в адрес ваших властей из-за того, что вы тут учинили. Уж в этом я не сомневаюсь. Джеймс, как вы? Лучше, чем вы. А это... ерунда. Зато я придумала новую серию браслетов. Правда? Гипс снимут через неделю. Пара дней отдыха на частном острове на Бермудах, и все заживет. Хотите со мной? Самолет ждет? Увы, не могу. Надо тут немного прибраться. Вы уверены? Мы бы устроили друг другу весьма интересные приключения. Заманчиво, но... кстати, этот ваш друг... не обидится, что мы разбили его машину? Он этого ожидал. Знает, что я плохо вожу. Вечно разбиваю машины. В Лондоне про меня говорят то же самое. Ну ладно. Поздравляю с успехом операции. Спасибо. И спасибо, что помогли все устроить. Вы точно не хотите поехать со мной? Не могу. Ну, может, еще увидимся. Я в этом не сомневаюсь. Чао. Пока. Почему вы ее отпустили? Она была ваша. Нужна комната, уединенная. Поздно. Женщина уже ушла. А вам ничего не нужно убрать? Гипотетическое биооружие? В отделении на втором этаже. Третья дверь направо. И передавайте Ми-6 привет от меня. Непременно передам. Это Бонд. Да, я ждала вашего звонка 007. Померов мертв, фабрика уничтожена, остатки биологического оружия у русских. Я знаю. Премьер-министр уже общался с их правительством. Будет дипломатический конфликт. Возвращайтесь. В Лондоне обо всем доложите. Нет. Это еще не все. Анонимка о биологическом оружии поступила не от ученого. В тот момент его пытали. Кто-то хотел сдать нам Померова. Вопрос, кто и почему? Что вы предлагаете? На мобильном курьера в Стамбуле все звонки были местными, кроме одного, неотвеченного. Пусть Теннер из отдела Q разберется. На чей звонок курьер не ответил и почему?